Владимиру Богатырёву и Наталью Богатырёву с парадос отдали. И компания Наталья и компания. Mūsų klubą. Jūsų klubą, bet aš ir norėjau pradėti nuo to klubo. Nu, ką padaryti, dabar mes čia. Tai va, kiek aš pasižiūrėjau, ačiū Vladimiru, kad padovanojo mums labai daug albumų. Nu, mano pirmas albumas, kurį jūs padovanojo. Слушайте, это было бутин скирта Клайпеды. Ты сейчас альбомас. И че я аж пожинаю, и штыкрую Владимира Богатырёва, как пейзажа, Клайпедос пейзажа. И че юз гайте повартите, на стабус, Клайпедос гатвялясара, меридианас мусим. Ну, че ты сёк вот, че вот было, весь это мейля место, че там альбом реализуата и на повестку. И добавил. А сегодня, вот я же говорю, как пейзажи. Я вообще буду, вот я ваш пожилой автор. А добавил, посижурите. Я узнаю. Бесы, я чую, гивоны, я параллел, я гивоны. И котиной, и шуюкой. И кеквена с усава характера. Кеквена. Нера. Ты все не покартуем, я котиной, и ты гивоны. И netgi gal atskleidžia ir mūsų charakterį, kaip ir mes, taip ir gyvūnai, turi kiekvieną savo charakterį. Va, ir aš nežinau, nu, tiesiog, aš manau, kad Vladimiras jau tapo klaipėdietis tikras. Jeigu nuo 82 metų, ne, klaipėdė atsidūrė, tai va, čia jau viskas, tikras klaipėdietis jau, čia jau niekur nedingsi. Nors po visą pasaulį, kur jūs taip nebūt, pasakot, nu, aišku, tam ir Rusijai, Paryžiai netgi, čia yra svajonė, Paryžiai. O kiti, nu va, tai aš galvoju, gal ir jums tada žodį duoti. Vladimirai, tai jums. Ir čia tiesa, pirma paroda pas mūsų, Vladimirai, pirma. Natalijos ir mergaitė, bus antra. Jau buvo, dar Janina prisimena, buvo jau Natalijos paroda personalinė. O dabar jau kompanija visa, ne, visas klubas. Klubas, klubas. Tai prašom, Vladimirai, tada jums žodį. Atsiprашиваю, Калба Литюшки, ты Владимир, а ты не можешь портить хороший, красивый, древний язык. Ну, во-первых, слова благодарности. Спасибо, что пригласили. И очень угадали. Мы абсолютно книжные люди. Мы оба начали читать это с 6 лет. И так не можем закончить. Ни дня без книги. И вообще, книга – это важнейшая часть жизни. Кстати, в моем творчестве литература тоже занимает большое место. Каждая эта картинка, эта иллюстрация к мини-рассказику. Иногда это несколько строк, иногда это полстраницы. Я вообще мечтаю издать такой самиздатом хотя бы эту книжку, чтобы собрать иллюстрации с этими текстами. Но при желании можно все текста прочитать в Фейсбуке, найти этот альбомчик, и там, когда открываете, там идут эти текста. Вот. И добавлю, уважаемая Ирина, что сказала, как это возникло всей серии. Вообще-то я всю жизнь любил животных, у нас были собака была, у меня в юности были собаки, три кота, вот сейчас у нас третья, четвертая кошка. Почему без этого жизнь не представляем? Но, значит, где-то в конце 19-го года я так начал что-то как-то вспоминать, своих любимых животных. И потом подумал, не, ну так взять фотографию, перерисовать я могу, конечно, будет как живой, но это как-то неинтересно. Потому что мне запомнилось каждый из своих, не только наших животных, я огромное количество встретил в жизни животных, у друзей, где-то на улице, на работе, вот, в поездках, мы всегда общались, где не поедем, взять, сказать, местной собакой или кошкой познакомить. Они нас не боятся, подходят, мы с ним, мы немножко знаем языки, кошачьи, собачьи, нормально. Вот. Я такой думаю, а вот если бы мне взять и залезть в шкурку собачью, в шкурку кошачью, вспомнил, ага, вот такую я встретил, да, а ну-ка я, и воображение у меня работает очень хорошее, как у всех шизофреников, и вот таким образом создался этот цикл, что я побывал тем или иным животным, но я вообще их не называю кошек, собак, не называю животными. Я их называю существами, потому что они тоже имеют и свой интеллект, и свою удивительную
удивительные, ну, они очень интересно мир воспринимают по-своему, да? С нами они строят общение, нам только кажется, что это мы их тут приручаем. Они нас приручают, особенно кошки. Тут и говорить нечего, но кто-то его приручил. Вот мы, например, снимаем в нашей квартире, мы снимаем пару рабочих столов, кресло и диван. Все. И то не полностью. И то не полностью. Остальное это кошка, ну как, она главная. И это радует, потому что они доставляют столько радости, столько счастья. И помогают, и лечат, и успокоивают, и веселят, и вообще выводят из сонного состояния, зимой особенно. Вот. Поэтому прошу рассматривать эти картинки, как мини-рассказики. Причем я вам очень рекомендую каждому самому придумать свой текст. Вот потом, если посмотрите мои тексты, хорошо, можно будет сразу это так интересно сравнить, совпадет, не совпадет. Вот. А в принципе, вот целая такая приятная знакомая. Например, вот это рыжий, это был котенок соседский, его называется, по-русски его зовут Нехочука, Ненарюка с литовичкой, да, называется? Вот был противный котенок, пока не вырос. Он все время устраивал скандал у всех, причем на ровном месте. Не буду, не хочу, весь этот, вот любимое занятие, это по занавескам где-то там, вот лазить, что-то ронять, все. Ну, когда подрос, вырос роскошный, стал рыжий кот такой. Не любил особо понебратство, но был нормальный кот. Вот. Ну и так далее. Я мог бы про каждый сказать, но это слишком долго. Ну вот следующее скажу. Этот кот ходил в море 5 лет. У меня друг капитан Боцман был. Вот у них был кот. Его тоже кота звали Боцман. И вот после 3 месяцев в море моряки и коты, вот капитан, какое-то время ходят вот так вот, ровно ходить так вот. Я подметил, что этот кот, когда с моря приходил, он говорит, очень странный. Я говорю, Боня, ты же не пьешь вообще. Он говорит, они там все пьют, я не пью, я вообще зарезал. Вот. А что ж такое? Ты походи в море, говорит, все время 5 баллов, ты узнаешь, что ты делаешь. Ну и так далее. Вот все эти, каждый идет, какая-то своя история и какие-то свои тут есть. Потому что так интересно. И мне хотелось как бы вложить тут и юмора, и иронии, самой иронии, вот немножко. И потом как бы мне важно придать значение характерам этих наших братьев меньших. Ну люди часто не замечают. Насколько это богатые, эмоциональные, духовно богатые существа. Но когда кто входит в контакт с ними, знает, не нужно объяснять. Вот. Ну, может, я немножко как бы гиперболизировал это, преувеличивал, но это такой художественный прием, чтобы было виднее и ярче. Вот. А основная задача, конечно, у меня последние несколько лет назад была выставка в Германии. Там немецкий критик меня назвал Зиринт Тас. Как он сказал, Der, der Positivgenerator. Генератор позитива. Мне так понравился этот комплимент, потому что действительно всю жизнь, сколько я помню, неосознанно, потом более осознанно, сейчас совершенно осознанно, особенно в наши не очень позитивные времена, я стараюсь генерировать позитив. Хочу, чтобы мои работы вызывали улыбку, чтобы они создавали хорошее настроение, чтобы они немножко отвлекали от такой не самой веселой действительности, да? Но в то же время как бы они, даже животные должны быть, проявлять какие-то человеческие чувства и вступать с нами в взаимодействие. Так что спасибо всем, кто пришли, спасибо всем, кто не пришли, они еще придут. Вот, так что мяу, гав-гав. Можно слово? Пожалуйста. Лена, ну, я буду говорить на русском, чтобы Владимир понял. Спасибо. Обыкновенно на открытых выставках бывает какой-нибудь художественный критик, там, скажем, Шмидт или кто-нибудь подобное. Но не у меня. Сегодня его нет, если нет, нет. Так я побуду за критика. Я с Владимиром познакомился.
познакомился, наверное, лет 40 назад, и, по-моему, там была ваша первая выставка, дворце выставок, где-то там в те годы, там были большие картины, и я до сих пор помню одну картину, там был а-ля дуб у лукоморья, только на штуке. Там дерево не сказано. Кот, дерево а там сидел такой маленький, лохматый, волосатый, пушистый, с большими глазами. Не знаю, как он назывался, как называлась категория. Но мои дети тогда еще были маленькие, сейчас я уже много времени. Вот с этой картиной я вас помню. И после этого я очень-очень много. Несколько раз я видел ваши выставки. И вот сейчас вот вы взгляните на эти кошки, на эти собачки. Это же фактически это не кошки и не собаки, это мы, люди. Это наши эмоции. Это наши глаза, наши эмоции, наши выражение лица, наши судьбы, ну это... Каждый может найти себя в этих контактах. Да, каждый может найти себя. Я нашел свою кошку, но эта кошка, она на этой картине, она сама. Вот это выше. Вы представили вообще все многочисленную публику Клайпеды, тем, кто любит искусство. Вот. Извините, пожалуйста, я еще не похвастаюсь. Да, пожалуйста. Люда, но с Подованной Владимира, с Натальей Подованной, вот что-то свою книгу зачитала, книгу «Голубые картины». Тамера Ирт-Алексеевич, Ирт-Эйлес. Прикетлена Потенеле, Высоцкий Рейлера, что гостит. А чела бы. От нашей библиотеки и вашей библиотеки. И вот зараз сюрприз, стейк-дена. Там же вот Галя приедет и пристала, и Гельвена с Галей Шринг писал. Я вот говорила, но Владимира, и Галя мы спали, и потом на мастер, а чем как и смотрю? Как еще взяли ее судьи? Чи характер високий? Ну, так, джентльмени з тим. Чи вірно спасіматима з тим? Ти високо. Високо? Ти високо? Ти високо? Ти Сейчас, вы можете сделать.
друзьям, к мире. Сюда можно. Мы пошли туда. Да. Если дети есть, детьми, с внуками, сами попробуйте. Причем я специально сделал выйти от того страха. А это прям библиотека. А это что-то. Фигалю, да. О, вы тут будут доплачены, да? Она голосящая, милая. И когда будете раскрашивать, вот, вспомните мои слова. Кошки и собаки бывают таких цветов, каких вы хотите. Совершенно не обязательно они должны быть похожи на настоящие. Например, синяя или фиолетовая кошка, я думаю, это ничуть не менее красивая, чем белая и черная пятна, правильно? Вот. Ну вот. Вот. А с этими штучками тут интересная вещь. Это эскизы, картины, которые я не успел написать. Понимаете, вот эти все дела. И как-то закончился этот цикл, начались другие циклы, и другие выставки, и все. Но рисунки готовы. Я подумал, ну что они будут лежать? Может быть, дети вот как-то продолжат мое дело, да? А когда я принес это сделал, мне так захотелось все это дело продолжить, потому что здесь еще одна выставка, 24 рисунка. А я вообще не пожалуйста, используйте, я не жадный. Да, у кого есть фотошоп или просто вы сама пишете? Очень просто это можно рассказать. И так же еще забрать. Пожалуйста, давайте. А вы уже черно-белый? Ну, как-то такой натуральный. Так вот я делаю, потому что нравится. А мне будет приятно, что вы как-то простите. Да, да, и вот и будет. Вот потолщины, потолщины. Но я вот иногда кошку себе чувствую, иногда собак. Хотя, по сути, я собак. Прошлую жизнь был собак. Надо же рассказывать. Ну, у меня живая кошка и тигр. Идем открывать Наташину выставку. Да, вот они. А тут это... Нет, это мужчина тоже, это он же. Это называется первое свидание. Милая, это называется первое свидание. Тут в чем, да, что котяра, да, он же должен своего добиться, даже маски месяц. Ну, Тошенька, забирай. Поэтому на свидание пришел с тюльпанами и с рыбой. Если на тюльпаны не клюнет, может быть, на рыбку потянет, пойдет в кошечка. Милые дамы, приглашаем теперь на открытие нашей выставки. Вы же придете, это все ваше.